Сборка, подставка под емкость. Под емкость кубовую. Это у нас нижний квадрат. Верхний. Чем отличается? У нижнего вот здесь вот дырочки просверлены, чтобы крепить его к основанию. Далее дверная стена, торцевая стена и зигзаги, которые будут соединять стены между собой. И дверь в пленке пока. То есть вот на эти вот штыри одеваем стены. Стены одеты. В дальнейшем их нужно будет зафиксировать саморезами. Потом покажу, где и как. Сейчас нужно установить вот эти вот перемычки зигзагообразные. Крепим их вот на такие винты с шайбами, с гайками. Наживили связи диагональные, которые вот они крепятся. Винт по тай с шайбой, с обратной стороны тоже шайба с гайкой. Вот забыли одну шайбу, сейчас прикрутим. Сейчас вставляем крышу и после этого уже протягиваем все гайки и прикручиваем саморезами ноги. По два самореза вот здесь вот сквозь ногу прикручиваются к основанию. Все, мы все винтики прокрутили, саморезы установили. Вот так вот. Так называемые девятнадцатики саморезы со сверлом, с пресс-шайбой. Все, осталось нам прикрутить дверь. Дверь можно сделать как левую, так и правую. Сейчас мы прикрутим дверь, и все, в принципе, подставка будет готова. Дверь прикрутили, сразу врезали ручку поворотную. К ней ответная часть прикручивается. Все, подставка под кубовик готова. Конструкция достаточно тяжелая, мощная. Труба толстая здесь.